Сегодня нет. Как? Завтра 4-5 сентября, а это значит, что завтра первый день Комик-Кона. Да. И завтра я как раз выступаю со своей командой. Нужно подготовить костюм, который я не дошила. Потом взять с собой еще сменный костюм, чтобы там ходить а-ля в косплее Майкла Джексона. Еще у меня будет дополнительный костюм а-ля «Люди в черном». Я попытаюсь сделать себе нейтрализатор из лайт... И... Тьфу! Я попытаюсь сделать себе лайт... Бля! Я попытаюсь сделать себе нейтрализатор из лайтстика Шайни. Надеюсь, у меня это получится, потому что я... Ну, не суть, да. Сейчас я буду собираться. Я надеюсь, я все успею, потому что мне завтра на 7:30 уже ехать нужно. 7:30 утра, да. Блин, это все очень-очень сложно. Все нужно собрать, не забыть все детали. Еще у меня после тренировки новые синяки появились. Классные. Я устала. Я очень сильно хочу спать, а не вот этим всем заниматься. Поэтому... Готовлюсь к первому дню. Ко второму я не готова вообще. Удачи. Угадайте, кто проспался на свете. Я... Блин, сейчас буду просто собираться пулей. Вот начало очереди. Вот это она там все идет. Вот это все, вот это все. И вот, собственно, вот. Офигеть. Вот, вот так вот. А мы уже тут. Потому что мы элита. Короче, история нашего утра. Мы вместе проспали, проснулись в одно время в 8:50, хотя должны были встретиться в 7:30. Я проспала прогон и все, что только можно. Я проспала дорисовывание косплея другому человеку. А, так она все-таки без нее пошла, да? Нет, с. Я просто типа не закончила там контуры. Короче. Ну, зато я сделала все костюмы и выспалась. Тоже верно. И сейчас докрашивалась. Олеся, дай, пожалуйста, закрутилку. Да, закрутилку. А с чем тебе закрутилка? Блядь, мы же ставили расчески. Тебе нужна закрутилка? Один плюс один? Или просто какой-то другой канал. Ну там на каком-то был 1+1 написан. Вау! Вау! Давай будем стоять на фоне и махать ручкой. Очень классно. Илья, просто не озвучь.
Итак, сегодня уже 5 сентября, это второй день Комикона, я уже собралась, приготовилась, оделась. Вот так вот я буду, по-обычному, без косплея, думаю, одену я свой косплей вечером, когда будет темно. Я уже фоткалась так вчера, вот, короче, фоточка, типа люди в черном. Да, вчера мы уже выступили, было круто, я бы выступила еще, потому что к нам подходили девочки, ну и, в общем... разные люди, которых я не знаю, и они так отзывались просто о нашем выступлении. Я просто... таких отзывов я никогда не слышала. Просто большое спасибо людям. Я так понимаю, они были реально под впечатлением, потому что они очень много говорили о том, как мы выступали просто. Это было очень-очень приятно. Но самое ужасное, вот, у меня уже горло болит. Вчера после выступления там было очень много дыма. И я думала, я реально умру. Было безумно больно вот тут. Прям очень сильно кололо до слез просто. Я не могла нормально дышать. Оно так болело, прям очень кололо. Такого никогда не было. Потом я начала чувствовать вкус крови в горле. Это меня очень сильно напугало. Потом эта боль начала уходить вниз. Потом начала очень сильно болеть в желудке. Но... вроде как все мне стало лучше. Я когда пришла домой, попила чай. Сегодня утром я выпила таблетку, чтобы не заболеть все-таки, надеюсь. Но все равно я тоже сегодня чувствовала вкус крови в горле. Я кашляю, и горло болит, да, немного. Но уже лучше. Так что все хорошо. Сегодня иду тусить. Вот сейчас буквально через 10 минут. Поэтому, надеюсь, я еще что-то сниму, потому что было слишком классно. Вначале я снимала разные видосы, ну, в горизонтальном режиме. А потом мы начали репетировать. Потом мы тусили, просто веселились. Было очень классно, особенно когда стемнело. Мы пофоткались, потом пели под Бритни Спирс. Мне очень понравилось. И потом я уже ехала домой, уставшая ночью, там такая... боже, как было классно! Начала всем рассказывать истории, всякие сплетни, которые услышала, просто очень классно. Но сейчас иду покупать круассан гривен за 70, потому что хочу покушать. Не чтобы съесть арбуз домашний, бесплатный, нет, надо будет что-то поесть. Поэтому вот, все, сегодня идем тусить. Мне мой лук не очень нравится, я была слишком обычная, я бы сказала. Я же так фоткалась. Ну ладно, зато тепло оделась. Поэтому я всегда красиво. Меня ничего не испортит. Все, я ухожу. What is Leopard Man? I mean, I've never seen a Leopard Man before, you know? So I'm in the office and I'm getting down and I'm going. Wonderful gentleman has a present for you, a rare book about of one of the artists, Yuri Feel, if I'm not mistaken. Дякую. Yeah. Ці моменти змушують його якраз цінувати життя у всій його повноті, як символ і нянь. Як... Так, третє місце – це заявка номер 1087.
до зустрічі в 2022 році!